Жители села Вутабоси, что в Канашском районе, облагородили родник, который бьет там с начала прошлого века. Рядом с источником, освященным в честь Иоанна Крестителя, поставили купели. На ее открытие собралось чуть ли не все село. Пока в домах не было водопровода, люди постоянно ходили на родник. Те, кто работал в поле, набирали воду только здесь. Около источника начинались все свадьбы, но в 90-е годы он пришел в запустение. Ухаживать за этим местом стало некому, хотя многие сельчане до сих пор используют для засолки огурцов исключительно родниковую воду. И вот жители договорились и решили собственными силами и на свои деньги облагородить старый источник. В субботниках участвовали и взрослые дети, и теперь этот родник люди считают достопримечательностью села Вутабоси.